Дисциплина, выдержка и самое главное желание постичь тонкости восточного единоборства. Все это есть у этих юных спортсменов. Сегодня они продолжают оттачивать каждый элемент. Как результат усиленных тренировок, призовые места, которые мальчики и девочки привезли с чемпионата первенства «Золотой дракон», проходивший в Улан-Удэ. На самом деле масштаб соревнований был большой, и я переживал, что будет сложно в самом начале. Да? На самом деле было сложно. В одной категории было по 10 соперников. В этом соревновании принимали участие 4 команды из 4 регионов. Мы, как Республика Тыва, приезжали. Да? Были еще Иркутская область, сама Бурятия была, и Забайкальский край, Читинская Чита. 11-летняя Айдасай Дангак сразу заняла 2 призовых места на чемпионате. Говорит, что перед выступлением волновалась, так как соперников было много, но вовремя взяла себя в руки. На вопрос, почему шоу, а не танцы или гимнастика, приводит вполне весомые аргументы. Во-первых, это самооборона. Во-вторых, помогает мозг улучшать интеллект. 12-летний Айрат Чоду занимается ушу уже 3-й год, поэтому на чемпионате показал себя достойно, также завоевав 2 медали. Соперники были сильные. В будущем я хотел стать тренером по ушу. Я хочу учить тоже детей, таких же, как я. На чемпионате Золотого кубка представляли Туву 7 юных спортсменов. Каждый без исключения в своей категории заняли призовые места. Сегодня у юных спортсменов и его тренеров в планах создать свою республиканскую сборную по ушу и принять участие в чемпионате мира.